Мама, папа, я не только дружная, но и спортивная семья. Это доказали участники фестиваля по сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В «Спартаке» собрались около 120 многодетных семей столицы, которые поддерживают здоровый образ жизни и занимаются спортом. Хочешь воспитать ребенка? Начни с себя. Эту истину прекрасно усвоили родители, пришедшие вместе с детьми проверить свои возможности в сдаче норм ГТО. Утро семьи Ильиных начинается с зарядки и с обязательной растяжки. Это очень помогло им на соревнованиях. Вместе с другими участниками они подтягивались, отжимались, делали наклоны и прыгали в длину. Обычные, в общем-то, упражнения, но сколько энергии и драйва. Впервые в этом году в празднике спорта участвовали дети дошкольного возраста. Для них задания попроще. Результатами остались довольны все – и участники, и организаторы. Праздник семьи, праздник красоты, здоровья. И мне кажется, эта традиция должна быть постоянной в нашем городе. Какая семья самая спортивная, станет ясно весной, когда подведут итоги соревнования, отметили организаторы фестиваля.